Итак, всем привет, вы на канале Envoice Media. Сегодня продолжаем проходить вот эту страшную штуку. Вот, как-то так. Не знаю, вроде настроил запись звука, должно быть слышно. Но говорить особо много не буду, потому что страшно. И вот, в прошлый раз я тут застрял. И что-то побегал. И вот надо подумать. Вот здесь вот что-то вот с этим связано. С этим связано. 6, 4. Не знаю. Что это 6? Это 9, что ли? Или 8? Хрен поймешь. 9 вроде. Три, четыре. Давай пробовать. Так. Нет, не то. Как успокаивает. Так. Все не понимаю. Ни черта не понимаю. Так, 4, 3. Так, 4, 3, 8, 6. От пятерки вниз, от пятерки влево, вправо и по диагонали. Вниз, лево, право. Да? Да, вниз, лево, право. Все. От пятерки вниз, влево, право и по диагонали. Ура! Победа! Господи, блин.
Это не очевидная загадка. Все. Открыть открыто, а девочка пропала. Девочка пропала. И начинается опять ужастики. Это что, отсылка, да, к Resident Evil? Ладно. Ладно, ладно. Так, снотворное. Угу. Так, что это? Кто-то или что-то сбило эти полки, ага, понятно. Да господи. Угу. Так, старые штуки. Аптечку можно? Господи, там кто-то бегает. Where are you? Don't be scared. I'm not going to hurt you. Так. Let me get you out of here. Most people disregard the shadow inside them. We can perceive it. Мы можем ощущать его во время соматического сна при одержимости чем-либо или при бредовой фантазии. Delirious fantasies. It represents the stupidity and the cruelty one would regret admitting. It lays at the root of jealousy. Ну, это все? Какой-то чудик, олень. И так, Эдем. Это была она, черт, я ее не узнала. Кто она? Кто она и зачем она? Коляска, он болтарез. Болтарез мы любим. Болтарез можно куда-то применить. А куда? Так, сохраняться не буду пока. Болтарез можно разрезать цепь. Don't get it. There was a little girl there. Am I going insane? Так. Угу. Вот так. Так. Да как так-то? Как он мог сломаться? Так, патроны. Патроны нам всегда нужны. Вумен. Здесь. Лестничная клетка запад. Так, только не падай на меня. Так. Старые книги. Анатомия, психоз. Так, отлично. Отлично. Так. Так, выход. Еще выше. Ну, допустим. Нельзя открыть, кажется, сломано, ага. Тут все сломано. Так, не надо меня пугать. То можно и обоссаться. Третий этаж, тюремный блок. Куда идти? Что там? Ага. Дробовик. Шотган, да. Так. Дискеты. Угу. Применить. Сохранить. Так. Сохранено. Ага, заперто. Ну, как обычно, чё. Здесь. Так, не открыть, кажется, сломано, ага.
Так. Там темно, туда не хочу, а там что-то мигает. Это звуки опять страшные. Так не пугайте. Не дай бог встанешь. Мистер Андерсон. Запись, механизмы, трупы. Так, шкатулка. Манекен сжимает ее слишком сильно. Я понял тебя. Сломать манекен мы не можем. Зловещая музыка. Ну, допустим. Так, какой люк открыт? Допустим. Допустим. А что так страшно-то? Чем такая музыка здесь? Как будто за мной кто-то ходит. Так. Ебись. Что мне с этим делать?
Да иди ты, куда взялся-то? Ну все, хватит. Их тут много всяких лежат. Так, и чё? Допустим. Их все пустить надо. И шо? Как это сделать? Так. Где ты? Кто ты? Ну все, уйди. А, это мало. Нет, и много. Это не та, которая лежала, которую первую ушатал. Если вы будете вставать, это пиздец. Так, тут опущены, а тут не опущены. Чё, блин? Ну и чё? Так, короче, ладно. Разберемся с этим позже. В мусорке есть что-нибудь? Пуст. А тут темно. И опять какие-то манекены. Так, операционная. Можно попасть. Здесь укольчик. Стульчик. Плоскогубцы. Так, RTX. Так. Это все. Давно такие стулья используются для лоботомии. Ага. Угу. Плоскогубцы. У меня есть идеи, куда их можно воткнуть. А? Чего? Куда я попал? Так, маленькая аптечка нам нужна. Я пою, ты прячешься тихо и скрытно, если прятаться не хочу. Не люблю прятаться. Ну и драться не хочу. Так. Ага, две дискеты. Тут у нас как раз время конца серии, поэтому... Всем спасибо, кто смог это осилить, досмотреть. Вот. А потом продолжим с другого места.
Всем пока.